Всем привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить наивкуснейшие сырники с яблоком. Конечно, в интернете очень много рецептов сырников. И ничего нового я не показываю и не рассказываю. Но я думаю, что от этого рецепта вы останетесь довольны. Для наших сырников нам понадобится 200 грамм творога, одно яблочко, одно яичко, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки манки, 2 столовые ложки сахара и масло для жарки. Почему 2 столовые ложки? Потому что у меня яблочко очень сладкое. Но если вы берете зеленое кислое, я думаю, что вам надо больше 2 столовых ложек. Ну что, приступаем? Нам сейчас надо яблочко наше натереть на терке. Ну вот я яблочко почистила, натерла, смешала все ингредиенты, сделала тесто. Еще забыла сказать, сюда можно добавить пачечку ванилина. Сейчас я яблочко смешаю с тестом, разогрею сковородку, смажу ее и ложкой буду выкладывать и формировать наши сырнички. Ну вот, я выложила все на сковородку, сформировала наши сырнички, они у меня уже жарятся. У меня поместилось 6 штук, и уже видно, какая красота получается. Ну, посмотрите, какая у нас вкуснятина получилась. Я полила медом, а вы можете с вареницем или со сгущенкой, все, что любите. Вкуснота! Пора ставить чайник или заваривать кофе и наслаждаться этой вкуснятиной. Кому понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите добрые комментарии. А я вам желаю прекрасного, вкусного чаепития. Всем приятного аппетита и всем пока!